Так, что нам? Здравствует король Игнациус. Король Игнациус молвит. Мне кое-что нужно, прежде чем я приступлю к твоему судну. Что? Ты поможешь нам убить мародеров, которые разграбили наши запасы пищи? Но я уже добыл тебе пищу. Еще они похитили священный артефакт моего королевства. Корону Фаргартии. Ладно, но вам пригодились бы пистолеты. Нет, мы не замараем свою честь таким колдовством. Сир, это весьма немудро. Я король. И по определению, все, что я делаю, мудро. После победы я построю твое судно. К бою! То есть мне всех их спасать, да? Игнациус собирает рыцарей, но есть проблема. Лоренса Прокаженного послали добыть носовую фигуру, и он не вернулся. Лоуренс Прокаженный? Никаких больше пиявок и сиропа от кашля. Это была единоразовая сделка. Не волнуйся, он не заразный, я думаю. Отправляйся в торговый центр на набережной. Нам нужна эта фигура. АК КПНХ. Эх. Проказа уже распространяется. Дикая проказа. Лоуренс! Ни хрена себе. Ты там? Лоуренс! Идем по следам из крови. Прокаженный? Я не прокаженный. Игнациус прозвал. Я заразил его сестру вошками. Ну, он послал тебя на реально паршивое задание. Где фигура? Они ее забрали. Кто забрал? Они повсюду. По сравнению с этим местом, Камбоджа просто не догнать. Ты еще кто такой? Грабитель? Ни хрена себе! Лоренс! Где он? Эй, тихо-тихо-тихо. Я ни о чем не жалею! Я почти уничтожил его аптечку. Так, момент, уважаемый. Закончили? Ренус 2. Так, подождите, у меня же тут была штука-дрюка. Где вы? Ни хрена себе. Это реально смертельная опасность. Это типа Хантера из Резидента. Гори. Где там? Какая-то фигня. Так, один еще скопился, походу. Гори, детка.
Отлично. Отлично. А ты кто что такой? Это голова трицератопса. Трицератопса, да. Дай мне эту голову. Башка мне пригодится. Да ни хрена себе. Тихо. Так, тут что мы можем сделать? Мы можем... Тин-тин-тин. Да ёп! Ты как-то очень неудачно это делаешь. Или очень удачно? Хе-хе-хе, не попал. Эти, кстати, некоторые из них теперь на моей стороне сражаются. Я такой улучшайзер поставил модный. Так, сейчас он прилетит. Ты где? Голубчик. Куда он делся? Жик! Ни хрена не пойму. Все, что ли? Ну, походу, все. Фу! Я думал, конец мне. Башка. Чё-то башка далеко как. Это очень круто! Раз-два, раз-два. Сосиски, сосиски! Услышь мой рёв! Отлично! Смерть — это лучшее, что случилось в твоей жизни. Мне сказали, что я могу стать кем хочу. Значит, динозавром. Муйет. В симуляторе КОС такие вещи никогда не случаются. Симуляторе КОС? Чё ты гонишь на симулятор КОС? Он гонит на симулятор КОС. Король Игнат. Ну что, юный рыцарь? Вижу, ты нашел фигуру. Кстати, Лоуренс погиб. Проказа нашла еще одну жертву. Литлфут, возьми эту фигуру и прицепи к своей осадной машине. Фаргартийцы! Пора воевать! За королевство Фаргартию! Не, ну психи. Здорово, мужики! Так, я понял, вам пофиг, да? За Фаргартию! До свидания! Вообще не топуха. Фейерверки. Обожаю фейерверки. До победы рукой подать. И все уже вроде. Победа или смерть. Всех победили. Нет? Не всех еще. Проливайте кровь, злодеев. Компания идет не столь успешно. Крушите этих малодушных кастратов! Малодушных кастратов? Мне не послышалось.
Обалдели, что ли? Тебе будет больно! Тисните! Налет пошиб! Сейчас по башне! Ты пожалеешь об этом! Кто там беснуется? Похоже, награды за пацифизм мне не дадут. Так, с этим закончили. Кавабанга. Убивайте глупцов! Я растопчу ваши души! Хуга-буга! Подо мной земля разверзлась и погибли все вокруг. Чё-то он лупнул. Чё, остался кто-то еще? Ты познаешь мою... Собирайтесь у Крейзи Комет, мои воины! Где вы, воины? Неужели мы закончили? Да, но он полностью забаррикадирован. Мы приняли меры на этот случай. Прошу, мой паладин, сопроводи нас к стенам. Смотри-ка, это Мерлин со своим сбродом. Ну, доставайте свои мечи и луки. Огонь! Паладин, сбейте снаряды своими волшебными ракетами! Боже мой. И вот только вот этого не хватало. Огонь из пушек! Бей пушечный снаряд, пока он не попал в осадную машину! Тир, блин! Получайте заеденные мухами черви! Ну чё вот там, как... Паладин! Как у вас дела? И далее, да? С ума сойти. Нанотехнология. Фак. Смотрите, у них игрушечные мечи и арбалеты. Они настроены серьезно. Главное, чтобы они не попали. Лады и дальше. Залпом, спейте! Пока удачно вроде. Еще. Таран, паладин! Бей! Наш повелитель вновь встает и берет в руки огнестрельное оружие. Так, с этим разобрались. Давай, сил Самсона, шевели! Помидорами ты. Наша цель перед нами! Они прорываются! Задание выполнено, падла! Черт побери! Эти диски заточенные! Нихера! Умри! Все. А нельзя их уничтожить уже, а?
Так, ну вроде все, да? Внемлите мне! Давай, король! Начнется оружие, и да напьется крови этих рули! Есть ли здесь духовное лицо? Ни у кого нет лечебного зелья! Увы, слишком поздно. Моя кровь. Моя кровь. Моя кровь. Кипит! Оружие мне, мать вашу! Вот вам и 12 век. Надо было два автомата взять. Эй, если тебе нужна твоя дурацкая корона, приди и отбери ее. Ну, вроде как закончили, нет? Мой король, полчища тварей на подходе. Да, и к тому же безобразны. Паладин, мы задержим это полчище. Уничтожь фейерверки, подожги его замок. Да легко. А где еще? Ни хрена себе. Допустим. Храни тебя, Господь, паладин! Твари нападают с моря! Эх! 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 Чего? Не та кнопка. Мы убьем тебя! О! Скажешь, ботан! Так бы сразу. Стреляй по фейерверкам, паладин! Да скажи, где фейерверк, я выстрелю по ним. Как-то быстро. Я с дэшкой не успеваю. Спокойно. Так, остался один. Фейерверк. Где же он? Ё, поехали. Эть. Поехали. Ё. Да где фейерверк? Е-бай-ба. Так, давайте изучим местность. Бум-бум-бум, здесь не видно. Что-то здесь не видно. Нахрена ты катишься? Вот. Вот этого я не понимаю. Это было, конечно, неоправданно. Где фейерверки? А, ё-моё. Сейчас найдем. Где-то здесь. Только где не вижу. Может, выше? Патроны кончились. Патронов нет. А, вот они. Спокойно. Назад. Блин! Все, а теперь все. И вижена. Кто там? О, братишка, у тебя маска прям как у меня.
Король паршивца прям. Любишь поджигать, да? А я сожгу твою задницу дотла. Лиса, сожжешь мою задницу? Мы веруем в тебя, паладин! Ты где там? Мини-босс! Мини-босс? Черт возьми, я Макси-босс! Я Макси-босс! Ну что, мы в догонялки будем играть теперь? Да ты запарил катиться, короче, вместо того, чтобы скользить. Я просто не знаю, как его мочить-то. В принципе, ломается, да, эта хрень. Черт, ничего не выходит. Ну как не выходит? Тюнингованный, стой давай. Что надо? Что даешь? Паркур! Запихай фигуру в выхлопную трубу! Выхлопную трубу, запихать фигуру, вы чё? Вы чё там курите, блин? В общем, столкновение было неизбежно. Вот и кульминация. Игнациус излечен, Паргартию спасли, и паладин наш жжет на пол вам! Еще бы кто помог Игнациусу завести подружку! Тихо! Охренеть, корона! Но если я понадоблюсь, пришлите ворона, что ли? Отриньте страх! Возвратимся же в Паргартию! И пусть льется медовуха! Как насчет моей лодки? Приходи в замок завтра, и я примусь за кораблестроение. Что-то не верю я ему. Иди на базу, флот готов! А у меня быстрого перемещения тут нигде нет. Ладно, мы, в принципе, его мочканули. Сейчас я добегу, и мы продолжим в следующей части.